Храмовый престольный праздник. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое храмовый престольный праздник? Храмовый или престольный праздник – это праздник, посвященный чествованию святого или воспоминанию священного события, в честь которого освящен главный или предельный престол храма. Поскольку храм может быть многопредельным, то есть иметь несколько престолов, освященных в честь разных событий или святых, то престольных праздников на одном приходе может быть несколько по количеству престолов. Праздник в честь святого, которому посвящен данный храм, совершают по чину всеночного бдения, какой бы уровень ни был указан в минее. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!